Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами Елена. Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у меня очень простое и доступное средство от морщин и любых проблем на коже. Вот, у меня сегодня один стакан теплой воды и одна чайная ложка соли. Я добавляю в стакан воды одну чайную ложку соли, перемешиваю. Все, наше средство от морщин и любых проблем на коже готово. Как легко это все и просто, правда, девочки? Вообще, просто супер средство, просто супер средство. Итак, сейчас вам расскажу, как этим пользоваться. Дорогие мои друзья, соль – это хорошее средство против стресса, спазмов. Она улучшает обмен веществ и положительно воздействует на тонус кожи, делает ее упругой, эластичной. Для того, чтобы получить положительный эффект, нам просто необходимо делать небольшие солевые примочки на кожу лица или просто умываться солевым раствором. Я уже об этом неоднократно рассказывала на своем канале. И надеюсь, что кто уже попробовал, остались просто довольны. Итак, мои хорошие, вот такой простой солевой раствор вы можете использовать для своей кожи в виде умывания. Или же можно смочить марлю в этом растворе и прикладывать на кожу лица, шеи, зону декольте. После чего смываем прохладной кипяченой водой. Да, мои хорошие, лучше всего использовать кипяченую воду, так как вода из-под крана также оставляет на лице известковый налет. Так что, мои хорошие, лучше используйте кипяченую воду, которая не сушит кожу, не стягивает, не способствует образованию морщин. Вот, мои хорошие, вот такие-то у меня для вас сегодня секретики и советики. Дорогие мои друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я буду на сегодня с вами прощаться. Вам всем желаю красоты и здоровья. С вами была ваша Елена. Удачи вам, увидимся. Люблю вас.